Привет всем! Вы на канале Beer и Game. Мы продолжаем проходить игру Silent Hill 1. Продолжаем. Silent Hill. Играем мы за Гарри, да, который мы ищет куда-то свою побежали. Дочь. Потом мы все бежали, и благодаря Екатерине. Мы тут бегали, да, да, искали. Вот она сказала подойти вот сюда, к Адольфу. К упырю какому-то. Да. Так, перенесу местоположение на карту. Сейчас посмотрим второй лучше будет. Так, и нам надо сохраниться. Сейчас. Конечно же. Где крест? А, это не та карта. Нам надо выйти, тогда будет другая карта, правильно? Правильно. Сохраняка-мыка-мыка-мыкас. Валиком. Так, перезаписались. И теперь мы... Смотрим карту. Идем. Дольф, выходи. В нужное нам место. Давай посмотрим на карту. Ну где ты, Дольф? Так, нам надо... Где полиция? Нам надо... А, нет, нам надо антикварный магазин, вот. Через центр отдыха туда. Так, а мы-то... Ой, как далеко-то, ё-моё, да? Попробуй пробежать по улице Кунтз. Короче, прямо бежать. Чё за музыка фуфловая? Ты Дольф! Выключи. Ну, а я вышел, значит мне туда, правильно? Подожди, куда мне? На улицу. Быстрее бы эта музыка кончилась. Ужас. Так, смотри на карту. Угу. Так, где? Беги я? Прямо. Ну, Дольф. По дороге, прям по улице беги. Ой, звоночек у нас. Скоро 1 сентября. Валим, валим. О, чик-чик-чик-чик-чик. Дольфушка, ты где? Дольфушка. Посмотри на карту. Может быть, мы уже пробежали? Да, вот здесь поворачиваем. Как раз заворачиваем. Так, куда заворачиваем? Попробуй повернись куда-нибудь. Давай сюда завернем. Давай. Блин, где ты своей птичкой, бока-пипка? Все правильно. Бежим теперь по этой улице прямо. Но снова музыкальная композиция. Мы в прошлый раз слышали. Ужасная композиция. Потому что мы тут запутались, мы забыли к справочнику подойти. И в итоге пропустили нужное нам место. Но, как видите, мы немножко распутались. О, еще сколько так, бежать, да? Еще прямо надо бежать. Давай, беги, беги, не уставай, так и беги. Двойная сплошная, какая-то фиговенькая она. Вот это мюзик. Ля мюзик. Фиговая ля мюзик. Да, отвратительный ля мюзик. У нас продолжает падать снег или ой, туман, что-то такое. Воу! Посмотри на карту. Может быть, мы уже добежали? Отлично, прям туда идем. Антикварный магазин. Вот сюда. Ох, не хочу я туда идти. А что там делать-то, не знаю. Я... О, открыл ключ. Магазинный ключ. Сейчас какой-нибудь упырь выскочит. Нас давай, давай, ключ, давай. Ключ, да, нам давали ключ. По-моему, это... О, что это такое? Гадалка сохранение. Это дала. Сохраняемся? Сохраняемся. Дольф, сохраняйся. Ты что, туда хочешь? Да подожди ты сюда, подойди. И сюда. Дольф, да как тебе тут сохранить-то? Охренеть, да? Ты правильно все нажимаешь? Да, кнопку нажимаю. Вот, смотри, так хлоп. Записывайся, ты упырь. Слушай, я на тебя время не хочу тратить. Шизофреники. Ребят, вы что там замутили вообще? Что это? Куда чё... ты в стену идешь? Что там вертится? Слушай, пофиг мне на эту запись.
Видишь, это пистолет. Пошел. Может быть, еще где-то будет. Задолбал. Так, чем? Вон он, дверь. Туда нельзя. Так. Куда нам тут идти-то? Дольф, ты куда идешь? Тут стул. Тут, я так понимаю, всякие старинные вещи, да, продаются? Я не знаю, что здесь продается. Лампы, диваны, стулья. Это понятно, куда нам дальше идти, лампа? Оттуда мы пришли, правильно? Да. Я не могу туда пройти вообще. А там сзади что-нибудь есть? Лежит что-нибудь? На столе? Может быть, что-то взять можно? Нет, ничего не видно. Тогда выходи отсюда. А зачем мы сюда зашли? Вот сюда почему не проходит? А прыгать он может? Не знаю. Нет, не может, наверное. Вот сюда он... Ну-ка. Как-то вот так вот. Помнишь, он двигается? Mm-hmm. Ну, попробуй на клавиатуре пощелкать. О! Ну-ка, стоп, назад чуть-чуть. Дольф, иди назад. Нет, он там не пробирается. А там тем более ящик. Так а зачем нам сюда было идти, не понимаю. Тоже не понимаю, ну ладно. Выходим, значит. Доль, ты хоть сохранить как-нибудь. Сохраняшка не берется. Он не ходит, да. Товарищи япошки намутили глюков. Не хочет сохраняться, ну и пошел. Зря пролазили. Фуфлоид. Хорошо. Тогда посмотрим, что тут еще есть, где и что. Куда можно еще зайти. Так. Куда нам еще зайти? С другой стороны. Вон там ничего нету. Вот это другая сторона, что? Нет. А с какой другой? Где другая? Попробуй обойти. Сейчас обойдем. Подожди, там дверь была или что? Энди Шоп. Энди Шоп. Магазин Энди. Не хочет заходить. Нет, и туда не идет. Косипор, косипор. Так, сюда пройти нельзя. Да. Нет, ну надо же нам все-таки туда. Дорога-то нам туда указывает. Пойдем туда. Давай, пойдем туда. Еще раз зайдем. Что там за фуфло-то вообще, не понимаю. Давай, беги, стояк, Иваныч. Дольф. Там что там? Лестница, что ли? Не труба. Вот он, правильно? Угу. Хорошо, что здесь-то? Зайдем еще раз сюда. Часы посмотри. Не хочет. Нет, ну сохраниться-то он по-любому должен. Не сохраняется. Не берет ничего. А
А что, мы что-нибудь можем использовать? Не знаю. Тут карты нет. Ну, какую-то кирку взяли. Так ты бей киркой, вы. Может, тебе что-нибудь надо? Нет, ничего не делаю. Что нам нужно было отметить крестик, а дальше что нам нужно было делать? Так, сейчас... Доль, бей что-нибудь. Векаль, мекаль, мекаль, векаль. Фонарик у тебя выключен? Включи фонарик. Что это за шкатулка на столе лежит? Это не шкатулка, какая-то фиговина. Что? Ни одна из вещей не используется. Ну хорошо, что это? Тут не знаю, я уже подходил же к нему, почему он не двигался, упы? Надо было свет включить, значит. Фиков. Что это? Что? О! Гарри. Гарри. Сибил. Ах, рада, что с тобой все в порядке. Какие-то дети озвучивали. С тобой. Все гораздо хуже, чем я думала. Это ужас. Это ужас. Что ты здесь делаешь? Я думал, ты уехал отсюда. Я следовала за тобой. Я не могу выбраться. Да вот перевод-то, а. Дороги заблокированы. Сразу видно, что русские переводили. Одна машина не заводится. Телефон и радио не работали. А что слышно моей девочке? Ты видела ее? Я видела девочку. Это было Шерил. Тем стоит. Я видела ее контуры в туман. Я пошла за ней, но она исчезла. Я не знаю твоей дочери, но... И ты разрешила идти? Где это было? На Башманской дороге. Она направлялась прямо к озеру. Коз. И не было проверено. Не было похоже, чтобы она бежала. И там не было где пройти. Дорога была разрушена. Путь был уничтожен. Что? Итак, так, Шерил. Она шла подобно легкому ветерку. А ты как? Ничего? Да, я нашел странную женщину. Ее зовут Георгия Галеспи. Ты ее знаешь? Георгия Галеспи. Нет. Тут... Ох, какой перевод. Она говорила, что темнота пожирает город. Ерунда все это. Тарабарщина. Могли бы сами читать. Че у этих да, упырей тут? Мы бы и сами это прочитали. Упырей каких-то двух включили. Наркотики. Они продают их туристам. И полиция до сих пор не знает, кто за этим. Товарищ, вы не умеете работать одно с переводами. Из наших сообщений... И дело закрыли. Я... Храп-храп-храп. Что наркоторговцы должны делать с этим? Я точно не знаю. Возможно, это та темнота, о которой говорила она. Кажется, понимаю. Вы уже два голоса один перевели, да, правильно. Ребят, вы там подглюканули. В дырищу лечь, что ли? Что это?
только что обнаружил. Возможно, там что-то есть. Возможно, там что-то есть. Погоди. Мы не знаем, что там. Я лучше проверю это первым. Полицейская, пойду я. Полицейская, пойду я. А я? Нет, слушай, я да иду. Идите вы, задолбали, упыри. Нет, я иду. Вот шизики-то, а? Будь осторожен. Давай, иди уже, еще поговорите. Если увидишь что-то подозрительное, возвращайся. Окей. Давай, Волан-де-Морт, иди. Да. Ты что-то знаешь о... О, затянулись да. Диалоги. Ужинный мир. Это что, какой-то кошмарный сон? О чем ты говоришь? Я полностью не уверен. Я попробую понять это, но в моей голове что-то не думается. Там все темно, и я слышу вой вдалеке. Вонь? А, встретил медсестру, Лизу. Похоже, я был там, но не действительно. Они уже собирались идти, чё они не идут-то? Это виды галлюцинаций, ты знаешь? Я не понимаю, о чем ты говоришь, Гарри. Шах, шах, что это такое? Шах. Ты удивился? Ничего. Гарри. Да, возможно. Я уже 20 серий бегаю, конечно, утомлен. Не сходить в туалет, не пожрать, не приготовить яйца. Блин, мы не сохранились, mm-hmm. Если что. Выйти можно? А, незачем. А, да ладно. И пошел ты. Незачем. Так, еще одна очередная заставочка. О! О-о-о! Что это? Что-то типа алтаря? Ничего подобного раньше не видел. Может, это другая церковь? Да. Можно там что-нибудь взять? Немного порошка оставлено. Хорошо, ну и бери, что ты не берешь, тупырь. Значит, не надо ничего брать, да? Да. Больше ничего тут нет, да? А, вон там, смотри, что-то есть. Вот, топорчук. Топорчик бери. Топор, сейф там какой-то. Давай берем. Имеется топо. А это что такое? Топо. Что такое топо? Чик-чик, пройдемся. А к другой стене подойди. Что-то. Все тут написано. Будем расшифровывать это. Доль. Холод, да, что ли? Но гуд, нехорошо. Пойдем туда. Замок забит, дверь не откроется. Почему? Ну, конечно, ты прям сразу дубасить. Так, ты посмотри, вот там какие-то эти... Подожди, я-ка пекль возьму обратно. Пекль... О, мне не то... Пекль возьму и все. Ладно, на этом мы закончим серию Silent Hill. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, комментируйте. Так, что здесь делать? Порошочек не взять. Нам надо дойти, наверное, обратно в ту комнату и сохраниться, да? Оттуда никак не выйти. Почему? Не знаю, вот он не хочет идти. А, можно, смотри. Что за... Досмотрим. Досмотрим. Пока! Гарри, с тобой все нормально? Гарри?
Где это я? Гарри. Лиза? Я в больнице. У тебя был плохой сон. Я? Эй, ты что-то неважно выглядишь. С тобой все в порядке. Успокоиться. Стали обвинять за что-то. Ты уверена? Лиза, ты знаешь женщину по имени Георгия Галеспи? О, да, это сумасшедшая леди Галеспи. Она тут знаменита. Она никогда никого не видит. Больше я ничего не знаю. Я слышала, что ее дитя сгорело. И, по-моему, она с тех пор стала сумасшедшей. Хорошо. Она говорит, что город покрыла темнота. У тебя есть идеи насчет ее разговора? Весь город был поглощен темнотой. Это все, что я думаю. Злость друг на друге. Горожане здесь жили тихо. Все следовали какой-то странной религии. Вещи культа судьбы, черная магия. Вот что это было. Как только дети уехали, люди подумали, что они были вызваны богами. Очевидно, вещи, подобные этой, происходят здесь постоянно. Перед обращением здесь действительно ничего не происходило. Все были озлоблены и начали вымещать злость друг на друге. Тогда прибыло много людей, и все забыли про это. Это культ. Я слышала все, что угодно. Это было много лет назад. Когда несколько людей погибли в несчастных случаях. Говорил, что это проклятие. Извини, я говорю бессвязно. Лучше я заткнусь. Это что, был еще один сон? Неужели это снова?